Добрый день, дорогие друзья, зрители нашего YouTube-канала и просто любители посмотреть обзоры недвижимости во Флориде. С вами сегодня ваш риэлтор во Флориде Надя Эггерс и за камерой Юля Руфлорида. Привет! Друзья, как раз нам при последнем видео поступил запрос, чтобы мы показали более дорогой дом, и у нас подвернулась такая возможность. У меня есть клиент, который ищет дом в хорошем таком ценовом диапазоне, может быть, чуть поменьше, может быть, в таком же диапазоне, как этот дом. Я вам расскажу цены чуть-чуть попозже, я вам расскажу про район и про критерии. Самыми главными критериями клиента это чтобы был вот этот район, это район Доктор Филлипс, один из самых фешенебельных районов Орландо. Чтобы комьюнити было gated, за воротами, здесь не так много gated community, это именно комьюнити, оно находится за воротами, ворота есть. Чтобы было недалеко от GCC, это Jewish Community Center, это буквально в 5 минутах от этого комьюнити, и недалеко от парка Дисней, в парке Дисней 10 минут. Я сразу предупрежу, что этот комьюнити, здесь не разрешена сдача под Airbnb. Это жилой комьюнити, здесь люди должны жить или покупать vacation house, где они сами будут приезжать с семьями, останавливаться. Вот это как раз один из таких вариантов, который нам может подойти. Эта семья или купят и переедут, они собираются переезжать в скором будущем, или, может быть, пока они переезжают, они могут использовать этот дом как vacation house. Приезжают они очень часто в Дисней, останавливаются в дорогущих курортах, это очень дорого стоит, а так они будут приезжать в собственный дом, очень красивый, мы посмотрим, а сначала я пройду по цифрам. Здесь, значит, 6 спален и 6,5 санузла. Ого! Цена дома 2 250 000. Ого-го-го. 2017 года дом. Новый практически. 5337 квадратных фит, в переводе на метраж 496 квадратных метра. Гараж на 3 машины, но вы увидите, там есть еще углубление, там достаточно или для мотоцикла, или для джетски. Мы потом посмотрим гараж, то есть я бы сказала вообще на 4 машины. Фитнес-зал. Может быть, на одну маленькую, на 3 больших, на 1 маленькую. Да. Очень большой лот, есть приватность, сзади соседей нет. Лот с бассейном. Спа. Это нереально, я просто не могу дождаться вам показать. О, да. Да, вам это все показать, это очень красиво. Есть сауна, бассейн. Опять-таки, приватный вид, лес за этим домом находится, то есть нет никаких соседей сзади. Что я еще не сказала? И мебель остается, да? Да, кстати, этот дом продается с мебелью. Вот это классно. Очень красивый, хорошая мебель, дизайнерски обставленный дом. Мы это все тоже посмотрим. Размер лота 0,29 акра, это очень большой лот. Да, да. 2 этажа. И по району Доктор Филлипс. Ребят, кто не знает, очень многие знают этот район, потому что он на слуху. 2 таких района, как Винтер Парк и Доктор Филлипс. Доктор Филлипс знаменит своими ресторанами, улочками, плазами. Очень много ресторанов, и причем большинство из них такие, знаешь, high-end. Здесь очень большая конкуренция в ресторанах, поэтому и сервис они, каждый ресторан дает очень хороший сервис. На самом деле... Я заметила, что в Америке не так много хорошего сервиса почему-то в ресторанах, да, а здесь именно рестораны такого высокого гурме типа и с отличным сервисом. И сюда приезжает практически все Орландо, чтобы вечером сходить куда-то красиво и вкусно покушать. Здесь находится Trader Joe's, здесь находится Whole Foods. Ну, все, что вам нужно для жизни, все находится в этом районе. Это район достаточно знаменитый, также у него отличные
public schools, государственные школы. Ну, естественно, цены в этом районе соответствуют. Не маленькие. Да, не маленькие. Про комьюнити что ты скажешь? Это закрытого типа, да, гейт? Да, я уже сказала, что это гейт-комьюнити. Но тут здесь не входит, нет общего бассейна, да? Здесь есть комьюнити-пул, мы можем его посмотреть. Да, хорошо. Вот когда уже посмотрим дом. Да-да-да. Давайте пройдем в дом, посмотрим. Сейчас мы находимся, смотрите, перед домом огромный драйвей, подъезд к гаражу. Да, гараж мы посмотрим позже. Здесь получается почти на 4 машины гараж, можно сказать, на 3,5. Газон здесь, мне кажется, не хватает воды. Сейчас начинается жаркий период, им нужно почаще поливать. И вот на этом кусочке, конечно, я бы уже заменила газон. Угу. А так, в принципе, все очень симпатично. Кустики аккуратненькие. Дверь вот красивая. Да, красивая, массивная дверь. Вот какой красивый. Проходим. Ух ты, красота какая. Дом шикарен. Да. Дом очень красивый, смотрите. Как я уже сказала, дом продается с мебелью. Угу. Шикарный вариант, например, если у кого-то нет сразу времени, чтобы обставить такой огромный дом. Да, да. Мебель очень хорошего качества. Единственное, что вот этот рояль не идет с продажей. Ну да, понятно. Очень-очень красиво. Вау. У них все вот стейджинг сделан. Угу. Я думаю, что дизайнер работал. Посмотри, какой, например, акцентный потолок. Да. Акцентные стены. Угу. А картины остаются? Это все остается, да. Ага. Кроме каких-то... у них еще есть дополнительные стейджинговые декорации. Может быть, да, не все декорации остаются, но картины должны. Но это, естественно, мы будем спрашивать. Обсуждать, спрашивать, да, что именно остается, что уходит. Вау. Да. Очень много красивых акцентных стен, смотри. Угу. Это обои. Стены разные. Слушай, я отвыкла от такого, да? Да. Дизайнерские стены. Владелец из Бразилии. У них такой, честно говоря, дома, которые я видела, где владельцы бразильяне. Такой тоже европейский немножко стиль, да, ага. То есть у них... Красоту любят. Да, они очень любят дорого-богато и красоту. Вот тоже, видишь, посмотри, как красиво обыграли стену. Очень-очень здорово. Люстра. Так, люстра. Ух ты, шикарная. Угу. Шикарно. Вау. А на полу здесь что? Попадаем. Здесь мраморная плитка. Угу. Плиточка. Попадаем мы в просторную гостиную, да. Мебель остается. Стены тоже. Особенно это вот вариант хороший, как я и сказала, что моя семья, возможно, рассмотрит этот дом как вакейшн сначала, чтобы сюда приезжать и с детьми в парке ходить. Друзья, кстати, у нас сегодня проблема с микрофонами. Извините. Да, извините, мы будем стараться, я буду поближе как бы, к камере. Говорите погромче. Вот смотрите, шикарная гостиная большого размера. Вся эта мебель тоже включена в продажу. Вы знаете, моя семья, я думаю, возможно, тоже рассмотрит, пока они полностью переедут в район Орландо. Как я уже говорила, что это будет постепенный переезд. Я считаю, что это отличный vacation house. Потом они, конечно, могут здесь жить. Здесь не разрешена аренда на Airbnb, это уже частные владения, но вот полностью такой укомплектованный пакет как раз может позволить семье приезжать и наслаждаться своим домом, как пока они посещают парки Диснея. Да. Проходим на кухню. Так, обеденная зона. Это обеденная зона. Хорошая. Угу. Вид хороший. Да, красивый вид, это уже у нас будет на десерт, огромная поверхность, посмотри, какой остров. Да. И мои любимые большие раковины. Вся бытовая техника новая, KitchenAid. Опять же. KitchenAid, холодильник, умный холодильник, Samsung. Да, хорошая вещь у нас наподобие.
Да, полуумные у нас. Без вот этого экрана. Можно разговаривать, да. Если нет никого дома, да, на хочется самом деле, поговорить. У меня был такой холодильник, сейчас у меня, к сожалению, не такой. Alexa или Алиса есть, да, в общем, с этим. В общем, вы тоже можете, например, попросить голосовой, например, какой-то рецепт. Mm-hmm. Я часто спрашивала рецепты, и как бы, когда готовила, мне выдавала рецепты, я выбирала. Ну, прикольно. Очень классно. И, кстати, у кого телефоны Samsung, то могут коннектиться. Вы можете коннект сделать, когда вы в магазине, mm-hmm. вы, например, не помните, есть у вас там молоко или нет. У меня сын постоянно молоко выпивает, мне об этом ничего не говорит. Можно посмотреть, что у вас есть в холодильнике. Круто. Ну ладно, да. Я думаю, уже о таких умных холодильниках многие знают. О, здесь так это две печки, да? Нет, это духовой шкаф, угу. один и микроволновка. О, хорошо. Это двойка. О, встроенная техника здесь. Да, здесь плита электрическая. Отдельная вытяжка. Отлично. KitchenAid. Очень красивая, огромная угу. кухня. Она очень большая. Я белая. Люблю такие кухни. И вот еще там, посмотри, возле холодильника еще. Достаточно большая. Да. Это классно. Очень здорово. Мне нравится. Угу. Кварцевая поверхность плюс, здесь. Смотрите, как раз здесь мы уже на первом этаже. Здесь все, конечно, интересуются, где пейнтри. Вот, пожалуйста, кладовочка. Так. Достаточно большая. Угу, здесь тоже. В входе из гаража ящички. Можно, да, какие-то ключики, сумочки да, поставить. Да. Тоже ящички. Ой, посмотри, как мило. Повесить крючочки. Да. Здесь можно раздеться, разуться. Да, вот присесть. Очень удобно, классно, да. У нас это называется мадрум. Комната, когда ты заходишь с улицы, вот где uh-huh. обувь можно снять. Так, давайте, раз мы уже рядом находимся, мы гараж посмотрим. Вау, гараж на три машины. Вот, одна дверь на две машины и на одну. Гараж на четыре машины. На четыре, да, вау. Три гаражных двери. Ага, точно. Класс. Здесь еще можно машину поставить или мотоцикл. Или, кстати, джетски можно да. купить. Кстати, в Доктор Филлипс есть очень много публичных для публики входов на пирсов, угу. на озера. На большие озера вы можете как бы туда приезжать со своими джетски. О, вот специальное а место как раз. Лодки, да, то есть угу. это можно как раз хранить в том месте. Ну, хорошо. Давайте пройдем, наверное, направо. Направо посмотрим. Вот здесь одна из... Ух ты, качалку сделали. Они сделали под спортивный... Угу. Зальчик. Спортивная, да, студия у них. Ишь ты, красота какая. Но вообще это... что это? Это не спальня, да? Потому что здесь нет здесь гардеробной, нет правильно? Нет гардеробной, да. То есть это офис должен считаю, быть? Я считаю, что это должен быть, да, как офис. Угу. Здесь половинка санузла связанная с бассейном, выход в бассейн. Выход в бассейн потом посмотрим. Так. Одна из постирочных. Ага, одна из да. на первом этаже. Угу. Классно. Есть окошко есть. Отлично. Дальше проходим. Так, проходим. Ой, такой просторный зал, как я люблю такие залы, да. Дом, и кухня большая. Слушай, мне прям нравится этот дом. Почему он так стоит недешево? Попадаем мы, это одна из хозяйских спален. Ага, класс. То есть здесь мастер есть и внизу, и наверху. Да. Если вы пройдете вот сюда. Направо, налево. Лево-право. От себя направо. Угу. Здесь ой, каминная. Да, камин. Как это назвать? Такое сигарное, да? Угу. Каминное. Вот камин электрический. Сигарная ночь. Ага. И выдала, конечно. Ну да, конечно, сигарная, но комната для отдыха. Да. Пожалуйста, открываются двери в зону бассейна. Так, там мы посмотрим. Очень красиво. Не будем. Здесь можно сказать так, можно чилить здесь просто. И расслабляться, да? И расслабляться, и ага. попадаете в бассейн. Вау, классно. Прямо из спальни, да? Очень стильно, посмотрите. Угу. Очень красивая мебель, красиво оформлена. Все красиво оформлено, да. Стильно, да, стильно. С дизайнером вот, было все сделано. Проходи. Огромная ванная комната. Так, да. Так, вот раковина номер
один, и вот вторая. Отдельно стоящая ванная и душ. Акрил и душ, хороший душ. О, двойной, вдвоем можно, смотри, с двух сторон, пожалуйста. Ага, светленькая, да, такая. Светленький. Угу, хорошая. Вот видишь, до потолка идет здесь плитка, да, красиво сразу. Тут тоже есть окошко, кстати. Вот. Так, интересно, здесь туалет. А что там? А мне кажется, еще один туалет. А, нет. Вот так вот. Кладовочка. Кладовочка, да? Тоже классно, да. Закрытый туалет. Так, закрытый туалет. Это хорошо. А знаешь, что мне еще понравилось? Кварцевая поверхность. Смотри, какая красивая. Блестящая. Блестящая. Огромная гардеробная с окном. Уже встроенные шкафчики. Да. И это здорово. Такое ощущение, что здесь никто никогда не жил. Ну, как будто бы оно особо, да, не использовалось. Я думаю, возможно. Или аккуратные хозяева были? Возможно, ну, я думаю, что да, а может быть, хозяин купил когда-то, но сейчас, может быть, проблемы из Бразилии сюда летать постоянно. Раньше это было чаще, не точно. Самолет, они прыгают в самолет и летят. Угу. Ну, не знаю, может быть, они угадали для себя как vacation home и не стали прилетать, и поэтому решили продать. Угу. Это мои догадки. Но вполне возможно. Видно, что не тронутый дом, ну как новый. Вообще как новый. Новостройка. Вообще как новый. Абсолютно. Я бы сказала, что это новостройка, действительно. А здесь что на полу? Ну, кажется, это такое. Это что-то с деревом. Классный такой пол. Я хочу. Ламинат. Да, это ты думаешь, хороший. Такой ламинат? Но очень это классный. Или это плитка? А мне так кажется, для плитки теплый. Он теплый. Да, и честно мягкий. Честно говоря, я не знаю, что это такое. Угу. Но что-то очень прикольное. Что-то очень красивое, дорогое. Да-да-да. Опять-таки барная дверь. Барная дверь, барндор. Очень мне нравится. Ага. И дают такой шарм комната. Да. Так. Куда пойдем дальше? На второй этаж. Кстати, вот здесь вот продолжение кухни. Ну, ничего себе. Здесь поставить опять-таки кофеварки. Кофеварку. Это не будет бросаться в глаза и освободятся поверхности самой кухни. А вот здесь что? А, так, вот здесь мы проходим к роялю. Мы уже, да, проходили мимо. Были тут. Да, мы здесь были. Так, все. Это на входе комната. Ага, вот теперь мы по лестнице поднимаемся, да? Лестница. Какая лестница-то классная, лестница. А? Очень классная лестница. Деревянная. Вау. Ух ты. Но здесь у нас ковролин на втором этаже. Ковролин на втором. Тоже новый. Такой. Угу. Не затертый. Да, 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 да. Наверное, начнем слева направо. Да, давайте. Ух ты, потолок какой тоже интересный. Везде потолки очень красивые. Я прям обращаю внимание. И они сделаны по-разному. Да. Да, то есть да. Нет одинаково повторяющегося потолка. Огромная спальня. Огромная, хотя это не мастер. Я думаю, это не это мастер. Не честно мастер. Говоря, мы еще поищем. Ага. По-моему, мастер в том углу. Вот, смотрите, тут вот здесь еще что-то спальня, влезет. Да. Так. Так, 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 туалет. Ванная комната для этой спальни. Так. Тоже две раковины. Две раковины. Что достаточно большая редкость для гостевых спальни. Да, да. Да-да-да. Хорошего размера душ. Ванная акриловая. Мне нравятся вот эти душевые кабины, но это более современные уже сейчас стали, которые без рам. Угу, да, мне Фейлис. Тоже больше нравится, да. Так, а сюда заглянем полочки. Полочки уже нестандартные, а более такие лакшери стайл. Я так понимаю, у них во всех гардеробных такие, такие полочки. Такие, угу. Да, туалет. Туалет открывается. Угу. Так, проходим. Здесь у нас еще одна ванная. Угу. Так, тут уже одна раковина и простая ванная. Угу. А тут у нас что с дверками? А здесь у нас, наверное, что-то интересное закрыли. Ну, в общем, там, скорее всего, полотенчики и все такое. Скорее всего, эта ванная была... Там полная ванная же, да? Да. Я заглянула. Да-да-да. Скорее всего, это вот для...
вот этого эрии. гостевого островка здесь в доме. Это ух ты! Комната огромная. Баром. Класс. Посмотрите. Здесь тоже есть посудомойка. Ой, это холодильник, да? А я подумала, ну да, ладно, хорошо, холодильник, это отличная вещь здесь, и раковина есть для вина, пожалуйста, все. А бильярд остается, не знаешь? Бильярд должен оставаться, ага, конечно, да. Классно. Или можно попросить. Угу. Я думаю, даже... такую цену дома. Да, да, да. Ты смотри, даже вот бильярд под цвет, да? Ты видишь, он сюда подходит? Угу. Вписывается. Тоже, знаешь, такое впечатление, что он не игрный. Угу. Нет, правда, как будто все новое. Все новое. Как будто стейджинговое. Да. И такой уголок для второго этажа. Это вторая гостиная. Да. Огромная. Бонусная. Так, куда дальше идем? Еще спальню я вижу. Да, Растерялись. Так. Заблудиться прям можно. Здесь еще один полный санузел. Угу. Две раковины еще. С ванной. Еще. Вторая постирочная огромная. Да. Большая. Угу. Здесь получается две комнаты. Офис. По поводу это, я думаю, это... Это спальня. Нет, это спальня. Да, гардеробная есть. Это гардеробная есть. Это сделали они уже сами офис. А так это спальня. Угу. Сколько санузлов, столько спальни. Да. И все большие спальни. Семьи, да. Угу. У моей семьи семья большая. Да. Так. Здесь раковина одна и ванная. Везде окошки. Так, далее. Гардеробная. Вот, да. Везде, видите, полочки такие красивые. Гуляем, как по лабиринту. Ну, на самом деле здесь... А потолки. Вот обычно второй этаж, ты понимаешь, второй этаж обычно низкие потолки. Красивая. Ага, везде свет красивый, вот эта люстра шикарная, большая. Да, но мне здесь потолки нравятся даже еще больше, чем на первом этаже. Вот. Да. Это такое все воздушное, легкое, хороший стиль. Здесь у нас получается еще одна большая спальня. Угу. Вообще все спальни здесь большие. Вот только две поменьше немножко. Да-да-да. Все. Кварц тоже красивый. На полу плиточка, а здесь ковролин. Ковролин хороший. Гардеробная большая. Ты посмотри, как вот они комнату даже вот эту украсили, да? Здесь все вот с изумрудным оттенком. Да, явно, это правда. Даже вот эта ваза, сделали, она здесь под цвет. Да, да, точно, в изумрудном таком стиле. Да? С изумрудным акцентом. Угу. Так, здесь тоже еще одна гардеробная. Угу. Вот это вот очень классно. Вот это вот напоследок, да? На изюминке я оставила. Это кинотеатр. Ух ты! Не хочешь полежать? Плюшка такая. О, класс. Так, вот такой кинотеатр. Да. Я думаю, оно тоже останется. Можно за него поторговаться. А вот такое хорошее массажное, оно до 10 тысяч стоит. Прикинь, ну, так что. Возможно, в районе 8. Ну да, я вижу, что оно хорошее реально. Большой телевизор. Но я думаю, конечно, технику они забирают, скорее всего, да? Но не точно, да? Может быть, если он, например, уедет в Бразилию, зачем я ему думаю, техника? Я думаю, что они все оставят, кроме, каких-то... Мне, как мне объяснили, кроме каких-то декораций небольших. И кроме но ценных они... каких-то, ну, да. Нет, декорации, которые еще они дополнительно делали стейджинг, какие-то вазочки, может быть. Окей, все. Остается, окей, поняла. А вот это интересно, это ж не стейджинг, а? Я не знаю, может быть, и стейджинг. Ну, но ты... я думаю, что это здесь... Экспонат такой, да? Мне кажется. Прям. Кстати, она, я думаю, рабочая. Посмотри там. Возможно. Да, шнурочек. Вау.
Так, ну мы здесь все посмотрели, да? Да, 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 на втором этаже посмотрели все. На первом же тоже же все, да? А у нас осталась зона бассейна. Ну все, пошли смотреть. Так, открываем дверь. Бассейн, смотрите, она так интересно. Я такую в первый раз вижу. Она прям как книжка складывается. Mm-hmm. Очень легко ходит. Вот эта часть тоже открывается. Мы сейчас не будем ее трогать, но это просто огромная раздвижная стена. Так. Очень, вау, очень, очень уютно. Очень приглашает поплавать в этом бассейне. Да. Слушай, как смотри, здесь какая, классно. Да, какая зона, опять-таки, угу. Отдыха. Травертин на полу. Травертин на полу и именно на крытой поверхности очень много. Да. Где можно да. сидеть в жаркий день. Да, 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 да. Это тоже плюсик. Большая поверхность да. закрытая. Плюс скрин. Я не знаю, на что обратить внимание в первую очередь, потому что классно все. Даже вид вот там сзади, да? Ой, там, сзади, там, ну как да, бы спереди. Там, лес, там нет соседей. Там приватная лес, зона, приватная, да? Плюс живая изгородь, что мне тоже нравится. Не просто забор, а еще и вот зеленая да, изгородь. Смотри, какой угу. огромный скрин. Скрин большой, классный. Скрин всегда плюс. А вот спа есть. Да, есть спа. Лежачки. Лежачки, да, это какой пляжик зонтик. Такой. Классно. Огромный просто. Угу. Бассейн огромный. Огромный. Вот так можно позагорать. Ну и давай вот эту зону пока. О, что я вижу? Да, что я вижу. Я вижу сауну. Да, это да, уже зона барбекю. Зона барбекю. Полная кухня. Смотри, даже барбекю не тронуто. Да, слушай. Все реально новое, в этом доме никто не жил. Точно. Практически, наверное, никто не жил. А купили, знаешь, и приезжали потому раз в месяц. Барбекю даже один раз да. вы сделаете, уже ага. видно. Его нужно, как бы там видно, когда оно... Даже если вы почистите его, да. все равно от жара темнеют сразу да. вот эти вот металлические прутики. То есть, а может быть, они все поменяли? Это инфракрасное. Я вижу, что такое инфраред. Есть такой вид барбекю. Угу. Здесь даже мрамор у нас. И что еще? И холодильник. А вот давай по холодильнику. Вот он, смотри, он новый. Все новое. Да. Все вообще не тронутое. Ничего не ржавое. Обычно это ржавеет через какое-то да, время. Смотрите, да. Я очень редко вижу дома с сауна. Представляете? Вот камин. Ой. Оказывается, бразильцы тоже любят сауну. Вот мы какой вывод делаем. Но мне кажется, для наших, да, это шикарный подарок. Хорошее дополнение к дому. Да. Сауна, сразу бассейн. Я просто в восторге. Я тоже очень в восторге. Мне так понравился дом. Ну очень. Что ж, друзья, спасибо большое, что вы нас смотрите. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите наши видео. Я очень надеюсь, что моему клиенту понравится этот дом. Ну, если нет, будем дальше искать. Но я просто в восторге от этого дома. Я понимаю, что бюджет, конечно, ценовая политика достаточно высокая, но опять-таки локейшн – это доктор Филлипс. Да. Гейтовый комьюнити, еще такого масштаба дом с мебелью – это цена совершенно правильная цена для этой местности, для доктора Фиотса и дом такого качества. На этом прощаюсь. Пока. Пока-пока.